Портал «Объясняем.рф» запустил специальный сервис, где можно получить ответы на вопросы о мобилизации. Продолжает действовать и горячая линия по номеру 112. В Петрозаводске у Стеллы «Город воинской славы» пройдет митинг-концерт, посвященный годовщине освобождения Карелии от фашистов и в поддержку специальной военной операции. Акция начнется 29 сентября в 13 часов. В первом Петрозаводском общественном приюте опустел склад с крупами. Горожан просят поделиться гречкой и рисом. Собакам каждый день варят каши. Пачка крупы – посильная и очень нужная помощь. Маршруты автобусов номер 12, 17 и 19 изменятся с 29 сентября по 5 октября из-за реконструкции Лососинского шоссе.